чего нельзя делать? Когда ставите коробку. Будьте уверены, что бублик у вас трансформатор стоит до конца. Он должен зайти в насос по направляющим. Если он не попал, например, вот таким вот образом, то вот что у вас произойдет. Вы поломаете эти зубья, и как следствие у вас машина встанет. Вот так коробка передач сходит с обкаточного стенда. Гидротрансформатор состыкован с насосом и зафиксирован. Далее в транспортировочный ящик и в путь. Для наглядности. Видим эти зубья направляющие насосной шестерни, слева и справа. Поступила рекламация, мол, поставили коробку, автомобиль не поехал. Налицо ошибка монтажа.